Вот я ж не знаю, успею сегодня техосмотр или нет. Но вот на чистку вот этой штуковины ушло. Ну, как вы думаете, сколько? Час. Час я с ним мучился. Все, теперь можно подкрасить ее. Вот так она выглядит. Очень ржавая была. Очень ржавая, поэтому пришлось мучиться. Так, еще вот надо старые болты как-то почистить. Вот это уже так. По мелочи. Нет, тут нормально. Здесь тоже так немножко почистить. Здесь уже почти все. Обстукал. Почистить, покрасить. А здесь мы видим вообще не родной цилиндр. Это не родной. Вот хорошо. С другой стороны, значит, навью. А с другой стороны, хочется, чтобы он был родной. Посмотрим. Если там сейчас выдавлю. Хотя, не, знаете что, времени не будет сейчас выдавливать. Просто ватной палочкой что-нибудь протру там вот и все, буду ставить. Времени совсем мало. Это даже чистить не буду. Так, щеточкой немножко. Чистить в смысле... А что, это же алюминий. Что? В принципе, вот надо еще. Вот эти вот седла или что это такое. Тоже это почистить. И поставить. Так, здесь видим два ушка. А здесь одно. Отломалась. Ну, ничего страшного, это мелочи. Должна стоять на месте. Вот такие дела. Будем продолжать. И скоро будет новое видео, как все стоит на месте. И мы уже едем домой.